Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ ռեալիստ ինֆորմացիոն գործակալության գլխավոր խմբագիր Սարգիս Ծատուրյանի հետ։ Ողջույն Սարգիս, սկսենք նրանից, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչներից արձագանքեցին, որ Ռուսաստանը չի կարող սահմանապանների տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին, սակայն նախորդին պարզ դարձավ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում տեղակայվում են ռուս սահմանապանների ուղեկալներ։ Այստեղ Երևանում քննարկումներ են ծավալվել, թե ինչ նպատակով են նրանք այնտեղ տեղակայվում, կարծիքները տարբեր են, մի մասը պնդում է, որ դա որոշակիորեն սահմանային հնարավոր լարվածությունները զսպելու համար է, մի մասը նշում է, որ դրանք անկլավներին վերաբերող հարցի համատեքստում են ու այսպես շարունակ։ Ձեր դիտարկումներ այս գործընթացի մասին։ Я думаю, что нужно в первую очередь от самих российских представителей поинтересоваться, а что они там делают и во имя чего они там находятся. Потому что на самом деле у меня возникает куча вопросов. Вот ранее команда Пашиняна заявляла о том, что Армения с окончанием войны отошла в границы Армянской ССР для того, чтобы Россия помогла в лице ОДКБ, помогла защитить армянские границы. Но получается так, что Россия и ОДКБ не помогают Армении защитить свои границы. Получается так, что Азербайджан с мая месяца оккупировал ряд территорий, которые относились ранее к Армянской ССР. И никакой помощи Армения в данном случае не получила. Я считаю, что это уже принципиальный вопрос с самого начала. Нужно задать прямой вопрос. Почему это происходит? Почему Азербайджан себе позволяет, например, нападать на Армению с разных участков, и это остается безнаказанным? То есть вариантов два. Либо правительство Армении обманывает свой народ, говоря о том, что ОДКБ и Россия обещали Армению защитить по окончанию войны, если только мы отойдем к границам Армянской ССР. Либо второй вариант. Россия обещала армянам защитить ее границы в рамках Армянской ССР, но этого не делает. То есть получается, что Россия обманывает. И армянское правительство должно четко дать ответ на поставленные вопросы, потому что границы Армянской ССР, они нелегитимны. Они не являются международно признанными. Армению пытаются заставить признать границы Армянской ССР. Но 100 лет назад, а именно в ноябре 1920 года, президент Уильсон не просто так подписал арбитражное решение по армянским границам, потому что он исходил не из границ будущей какой-нибудь Армянской ССР. Он исходил из границ независимой Армянской Республики, и он прекрасно понимал, что Армения без Арцаха, Армения без Нахичевани, Армения без Вана, Бетлиса, Эрзурума, Трапезунда не сможет обеспечить свои жизненные интересы, не сможет обеспечить безопасность армянского народа. Я считаю, что сегодня принципиальный момент, и Армения должна ставить вопрос о нарушении своих границ не только перед Российской Федерацией, но и перед странами-сопредседательницами Минской группы ОБСЕ. Ведь не просто так Макрон звонил Алиеву и призывал его к тому, чтобы Алиев начал переговорный процесс в рамках Минской группы. Очевидно, что в рамках этих переговоров будут обсуждаться вопросы статуса Арцаха и признания независимости Арцаха. И Алиев пошел на попятную по ряду причин. Լավ, այդ դեպքում ինչն է կաշկանդում հայաստանյան իշխանություններին Ռուսաստանին այդ ուղիղ հարցադրումների համար? Ну, в первую очередь, армянское руководство должно объяснить своему народу, о каких анклавах вообще идет речь, если мы говорим с вами об анклавах на армянской территории. Из какой стати какие-то территории, которые мы называем анклавами, должны быть переданы Азербайджану? Потому что если мы исходим с вами из международно признанных границ Армении, то о никаких анклавах не может идти речь. И вообще, ведь надо же прямо говорить с нашими
российскими так называемыми союзниками. Ведь они нам очевидно говорили еще в ноябре месяце, что мы отдадим сейчас Карвачарский район, мы отдадим далее, значит, Лачин, и потом мы обеспечим вам безопасность. Но ведь эта безопасность не обеспечена. И почему она не обеспечена? Я считаю, что должны быть прямые ответы на поставленные вопросы. Лав, ըստ ձեզ, ինչու այդ անվտանգությունն այդպես էլ չի ապահովվում, ձեր կարծիքով կամ հետևությամբ այս ամիսների իրադարձությունները ինչ են հուշում? Я считаю, что Россия в данном случае действует совместно с Турцией. Россия хочет сделать так, чтобы Армения признала границы армянской СССР, но это противоречит национальным интересам армянского народа, потому что границы армянской СССР являются незаконными. Нам говорят о том, что ну вот, арбитраж Вильсона, это же было 100 лет назад, это так давно, это никто не реализовал. Слушайте, но большевики реализовали вместе с кемалистами 2 предательских соглашения. Московский и Карский договор. Тоже 100 лет назад. Даже чуть позже, чем арбитраж Вильсона. Да? Потому что они перечеркнули таким образом, фактически перечеркнули арбитраж Вильсона, но юридически же они его не отменили. Его отменить невозможно. Никто в мире сегодня не сможет отменить решение Вильсона. И теперь армян заставляют согласиться на армянскую СССР. То есть с правовой точки зрения у нас есть все основания требовать Армению в границах протяженностью до 60 тысяч квадратных километров территории. А нам говорят, нет, армяне, вы соглашаетесь на территорию армянской СССР, площадь которой составляет 29,7 тысяч квадратных километров территории. Мы имеем все правовые основания подавать в международные инстанции, в международный суд, чтобы он вынес соответствующим образом свое решение. А другого решения он вынести не может, кроме как признать наличие арбитража Вильсона. То есть Армения сегодня на самом деле имеет сильные карты на руках. Я не имею в виду сейчас ситуацию с экономикой, с вооруженными силами. В целом международно-правовую ситуацию она благоволит нам. И обратите внимание, не все так гладко сегодня у турок. Ведь помимо давления Макрона по линии Минской группы ОБСЕ на Алиева, мы же наблюдаем позицию сегодня и Германии. Германия, например, ранее традиционно, она была лояльна туркам. Я имею в виду в плане поставок оружия. Но фактически сейчас Германия неформально объявила эмбарго на поставки ряда вооружений в турецкую армию, потому что немцы хотят четко иметь гарантии, что свое оружие, поставленное туркам, не попадет в Азербайджан или, например, в Ливию. Но этих гарантий Турция сегодня Германии дать не может. Еще один момент, на который следует обратить внимание, это позиция Соединенных Штатов. Сегодня администрация Байдена планирует пересматривать свою политику по поставкам вооружений. И американцы рассматривают вариант как раз приоритета прав человека. То есть если вы продаете оружие в страну, которая нападает на своих соседей, которая убивает граждан и нарушает права человека, то вы соответствующим образом сопутствуете преступлениям, которые совершает эта страна. Поэтому Байден здесь пересмотрит прежние приоритеты администрации США, потому что при Трампе они жили все по формуле «бабло побеждает зло». Кстати говоря, в Москве тоже долгие годы, десятилетия жили по принципу «бабло побеждает зло». Армянам говорили о том, что ну, мы отгружаем там на 5 миллиардов долларов Азербайджану оружие, но не переживайте, мы таким образом все равно что-нибудь докупим и отдадим вам и соблюдем баланс. Но время показало, что это была преступная политика, что эта политика, она противоречила не только интересам армянского народа, но и, в принципе, международному праву. Потому что народ Арцаха, народ Армении подвергся нападениям со стороны террористического государства, которым является Азербайджан. Հայաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարարը հրամայել է ոչնչացնել Հայաստանի սահմանը հատելու փորձ անող ադրբեջանցի զինվորականներին։ Հիմա այստեղ որոշակի տարակուսելու հարց կա, հա։ Ամիսներ շարունակ ադրբեջանցները հաստատվել են Գեղարքունիքում եւ Սյունիքում, նրանց ոչնչացնելու հրաման չի տրվում։
байц нор порцери депкун тарвум ен анц вочин чатснелу хураман. Инче это сакапвац асцес? Ранее я неоднократно говорил о том, что армянское правительство ведет ошибочную, преступную политику, запрещая своим вооруженным силам оказывать сопротивление врагу, который оккупировал национальную территорию. И это происходило неоднократно. Понимаете, государство, оно должно жить не вот такими указаниями. Можно стрелять, нельзя стрелять. Если мы для себя определили, что мы государство, то мы обязаны защищать границу. Если армянское правительство говорит о том, что оно признает только границы Армянской ССР, то почему это самое армянское правительство с мая месяца отказывается защищать границы этой самой Армянской ССР? Ведь получается какая ситуация? Что Азербайджан не признает даже границы Армянской ССР. Нахождение Азербайджана в Гейгаргунике, в других районах Армении, это все нарушение международных, я бы не назвал это международных границ, но в данном случае границы Армянской ССР. То есть Азербайджан растоптал все те соглашения, которые были незаконно подписаны Пашиняном в ноябре и в январе. Повторюсь, незаконно эти соглашения, которые предполагали сдачу территории Арцаха, являются незаконными. Они никем не признаны. Они не признаны в данном случае парламентом. Это просто договорняк. Поэтому здесь мы должны быть принципиальными. Если нам говорят о том, что отходите в границы Армянской ССР, и мы их защитим, а потом эти границы никто не защищает, наш так называемый союзник не хочет себя этим обременять, значит, нас обманывают. А потом нам говорят, подпишите с турком соглашение. Мирное, так называемое мирное соглашение. А где гарантии того, что турок остановится в границах Армянской ССР? Этих гарантий нет. Во-первых, это. Во-вторых, даже если правительство Пашиняна, не дай бог, поставит эту подпись, то оно поставит себя вне закона. Потому что согласно Венской конвенции, согласно другим международным нормам, вы не имеете права подписывать мирные договора с государством, которое вам угрожает применением силы. Это противоречит всем нормам. Если вы признаете границу с Азербайджаном, то вы фактически отказываетесь от исторических законных прав на Арцах. Вы фактически отказываетесь от законных прав на Нахичевань. Вы фактически отказываетесь от законных прав на Ван, Бетлис, Эрзурум, Трапезунд. Турки, их восточная граница, южная граница, она юридически никем не признана. Им нужно позарез, чтобы Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном и тем самым закрыл этот вопрос. Ради этого турки направляли тысячи своих военнослужащих, спецназовцев, чтобы они гибли в Арцахе. Ради того, чтобы через Пашиняна легитимизировать свои южные и восточные границы. Потому что ни американцы, ни французы, ни немцы, они не признают те границы, которые турки считают своими. Да, вот здесь амбокш некарагрятся, ей файн вош... Наев тегакайбум эн тавушум русамана паху рекалнер явайлен. Каухен ген тадрутсюн кам хетевутсюн анэл, вор Русастан негцум Хаястани сахманнерам. Правительство Армении самоустранилось и предоставило это российским военнослужащим. То есть так получается. Но мы уже видели, как Россия определяла границы в том же Арцахе. Да? Условные границы. Мы видели, как после окончания активной фазы боевых действий ряд арцахских сел, которые находились под контролем армии обороны Арцаха, были оставлены Азербайджаном. И это произошло в нарушении того документа, который Путин подписал с Алиевым и Пашиняном. И никто не задает вопрос, на основании чего эти села, вы понимаете, о каких селах идет речь? Никто не задает вопрос, а почему эти села после окончания войны перешли в состав Азербайджана. Потому что я не понимаю вот эту пассивность, чем она обусловлена. И что, мы хотим доверить то же самое сейчас России, которая в Арцахе отдала Азербайджану? Ну давайте позволим, чтобы остальные
части области Армении были отданы Азербайджану. Но так же нельзя делать. Армянские границы, повторяюсь, 100 лет назад, 101 год назад, были определены, международно признаны. Это не просто какое-то самовольное решение, это не какая-то бумажка. Вильсон получил предложение от 18 стран мира, на тот момент международно признанных. Эти страны попросили президента США определить армянские границы. Он их определил. А нас теперь пытаются обратно затаскать в большевистскую Армению. Незаконно, с незаконно определенными границами. Но это же полнейшие глупости. Но нельзя. Понимаете, когда вас один раз предали, виноват тот, кто вас предал. А когда во второй раз вас пытаются предать, и вы идете на это, то вы уже виноваты сами. Если мы говорим о урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта на основе Минской группы ОБСЕ, то Соединенные Штаты и Франция обязательно должны принимать участие в этом переговорном процессе. Потому что нету отдельно взятого Нагорно-Карабахского конфликта и нету отдельно взятой армяно-азербайджанской границы. Это все взаимосвязано. Нету вопроса о южных, восточных границах Турции и отдельно взятого Нагорно-Карабахского конфликта. Это все взаимосвязано, это единый клубок. Поэтому Армения обязана привлечь к этому процессу Соединенные Штаты, в первую очередь Соединенные Штаты, потому что американский президент 100 лет назад определил эти самые границы. И, конечно же, правительства тех стран, которые 100 лет назад поддержали арбитраж Вильсона. И Франция в данном случае является одной из таких стран. Շնորհակալեմ դիտարկումների եւ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով Realist ինֆորմացիոն գործակալության գլխավոր խմբագիր Սարգիս Ծատուրյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։